с неба на землю и в бой. По этому принципу работают воздушно-десантные войска. Потому десантирование техники для военнослужащих Ивановской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии – обычное дело. Но такое масштабное происходит нечасто. В среду ивановские военнослужащие готовились к отправке на стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Здесь находится 54 единицы техники, самоходно-артиллерийский дивизион и рота 331-го полка на БМД-2 и разведрота с 217-го полка. Доставка будет производиться 19 самолетами военно-транспортной авиации, соответственно, и десантирование будет происходить на аэродроме на площадке приземления «Дангус». Прежде чем отправиться в Оренбургскую область, где и происходит учение, технику необходимо погрузить в самолеты Ил-76МД. Как признаются военные, в самой погрузке нет ничего сложного. Основная работа происходит уже в самолете. Боевую машину к приземлению нужно подготовить. Больше всего времени уходит на подготовку это до этого этапа. Соответственно, это укладка систем всех, это ее подготовить из походного положения для десантирования. А все, ну, здесь остаются небольшие моменты в плане того, что офицеры ВДС, соответственно, вместе с старшими погрузочными командами и командирами подразделения сдают технику в самолете летчикам, снимают там все, соответственно, предохранительные шпильки, предохранительные, соответственно, шнуры и так далее. По прибытии в Оренбургскую область в соответствии с замыслом учений перед соединениями стоит задача десантироваться парашютным или посадочным способом, завершить уничтожение противника, а также удержать выгодные рубежи и обеспечить ввод в сражение контрударной группировки войск. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.